Форум «Я гражданин Подмосковья» стартует 3 июля в Егорьевском районе. На мероприятии соберутся самые креативные, творческие и целеустремленные жители Московской области от 18 до 30 лет. Люберецкая молодежь тоже участвует в форуме. Накануне с активистами встретился глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. С 3 по 23 июля 300 молодых люберчан будут представлять наш округ на ежегодном форуме «Я гражданин Подмосковья». Лидерство, экология, творчество и бизнес – это лишь некоторые темы, заявленные в насыщенной программе. Планируется слет в роли такой тематической игры, то есть как впервые это нигде не применялось, ни на каких, ни на федеральных, насколько я знаю, слетах, и будет вот апробировано на нашей подмосковной земле. О том, как в его студенческие годы проводили летние месяцы, о турпоходах и о добровольной работе в стройотрядах нынешней молодежи рассказал Владимир Ружицкий во время неформальной беседы. Группа человек 25-40 выезжали и работали. Это, как правило, там не менее месяца, 30 дней. Ну, мы работали 45 и 50 дней в каникулы. Сессию досрочно сдавали, выезжали, зарабатывали. И, понятно, там круглые сутки. Там тоже сухой закон. Вести здоровый и активный образ жизни, не упускать ни одной возможности развиваться и интересно проводить время, посоветовал глава округа. Ребята, кажется, понимали, о чем это он. Меня очень заинтересовал этот форум. И я надеюсь, что у меня будет возможность его посетить, найти больше друзей, знакомых, просто как бы пообщаться с людьми. Принять участие в таком событии может каждый гражданин Подмосковья в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки все еще принимаются. Звоните по телефону 8-495-554-22-77. Главную тему, которой будет посвящен молодежный форум, организаторы оставляют в секрете. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.